Так, юнит-тесты, база основа в Django, как оно есть. Ну вот обычно при генерации, собственно, самого проекта у нас происходит и создание вот этого файлика test.api, его специально создавать не надо. Более того, здесь уже импортирована такая штука, как тест-кейс. Да? Единственное, что я импортировала, это модели, которые мне необходимы для тестирования. При сетапе происходит генерация отдельной базы данных, поэтому мы можем тут делать, что нам, в принципе, относительно вздумается. Создаем пользователя, создаем схему, ну, в нашем случае, да, и создаем поля. И вот такой самый простой вообще тест, который я придумала для начала, это мы находим схему, да, name, который такой вот тест, схема name. Вот наше совпадение, и смотрим, сколько у нее полей. И я специально сделала ошибку, так как у нас создано там два поля для этой схемы, а я сделала, что у нас там всего лишь одно поле, и у нас сейчас должна быть ошибка. Вызываем мы наши тесты через, опять же, manage by тест, и называем, пишем название нашего application. Создает database и вот говорит, что у нас один тест запущен, что у нас есть одна ошибка. Да, что ожидается 2, а у нас единичка. Да, вот. В тестах на страничке 19, что и следовало ожидать. Да? Меняем на двоечку. Сохраняем. Запускаем. Та-дам! Да, вот у нас произошел там тест. Он делался целых 28 секунд, и у нас нет ошибок. Все хорошо. Все, для начала.